В середине декабря текущего года в Нижнем Тагиле пройдут 9-е знаменские чтения. Это студенческая научно-практическая конференция, являющаяся региональным этапом 31-х международных рождественских образовательных чтений. Тема – «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». На конференции предполагается возможность обсудить следующие вопросы. Проблема духовного выбора. Факторы влияния в условиях политкультурной среды. Духовность и религиозность. Соотношение, взаимодействие, взаимовлияние. Наука и религия. Соотношение, взаимодействие, взаимовлияние и другие. Для участия в конференции приглашают преподавателей и студентов СУЗов и ВУЗов, которым необходимо прислать заявку и статью для публикации до 1 декабря.